Друзья, привет! С вами Марина Кулагина, и это видео с утренней прогулки. Как обычно, время уже 6 утра есть, и мы с вами вышли на прогулку. Не стала снимать сегодня на трассе, потому что много людей. Итак, мой сегодняшний эфир о выборе, о том, что у каждого человека есть свой выбор. Я выбираю утром вставать и идти на зарядку, а кто-то продолжает лежать в постели и говорит, ну, в следующий раз, наверное, не судьба, это выбор. И на самом деле выбор бывает осознанный, когда мы четко понимаем, что нужно, и делаем или не делаем, или бывает неосознанный. Это тот, когда мы, например, даже не задумываемся о том, что надо, возможно, позвонить своему близкому, или, например, пить витамины, или, например, рекрутировать, или, например, почитать книгу для того, чтобы получить больше знаний, эмоций, или просто стать интересным человеком. У нас нет на это времени, мы выделяем и даже не задумываемся об этом. Поэтому, дорогие, просто этот эфир, меня сегодня необходимость эфира вызвала вчерашняя встреча на даче. Как обычно, в выходные мы едем разгружать мозги, отдыхать на дачу. И, вы знаете, встретила женщину, у которой есть определенные заболевания. Я спрашиваю ее костей. Я спрашиваю ее, а вы пьете витамины? Она четко говорит, нет. И для меня как-то странно, удивительно. Даже человек об этом даже не задумывается. Потому что лекарства она пьет, врачи говорят, а вот витамины для того, чтобы самой укреплять свой иммунитет, свое здоровье, свои кости, и заботиться об этом самой нет. Поэтому, дорогие друзья, все, что происходит вокруг нас, это результат нашего выбора. Имеем мы красивую фигуру и задумываемся о том, что нужно двигаться и давать физические нагрузки или нет. Это наш выбор. Рекрутировать, развивать бизнес, работать с клиентами или не находить на это время, даже не задумываться об этом, тоже наш выбор. Укреплять свое здоровье или не думать о своем здоровье и как пойдет. Ухаживать за собой или даже не задумываться об этом. Или говорить, у меня нет денег, хотя для того, чтобы за собой ухаживать, нужны очень-очень простые средства. И можно дорогими, можно недорогими, но сам процесс ухоженности заключается не столько от средств, сколько слово «уход», иметь этот уход, да? Вот, поэтому, дорогие друзья, иметь или не иметь... Ай. Все.